Всем привет, очередная заброшка. Вот. Интересный очень торговый центр заброшенный. Посмотрите. Вот здесь даже этот есть. Тротуар. Ближе, к сожалению, не можем подойти, потому что вон будка охранника и собака. И плюс тут написано, объект ведется, видеонаблюдение, проход запрещен. Вот такое вот чудо. Ну, мы с вами его сбоку сейчас отснимем. Здесь-то можно? Здесь можно. Парковка сделана. Вон, видите, везде написано. Здесь тоже написано, проход запрещен. Ступенечки тут. Жалко, не можем попасть внутрь. Торговое оборудование даже, по-моему, стоит какое-то. Слушайте, а он, походу, работал. Стекла тут поубивали, все тут пораскрошили, поразбили. Да, он работал. Может, какой рынок был? Он реально работал. Вон неоновые лампочки висят эти, светодиодные. Подсвечилось все. Здание в аварийном состоянии. Ну, никакого аварийного состояния на самом деле не вижу. А ведь торговый центр работал. Вентиляционные короба. Здесь, походу, стояли двигатели, вентиляторы эти, улитки. Воздух свежий подавали. Жаль, что нельзя внутрь зайти. Ну, а кого-то провоцировать на какие-то действия тоже неохота. Вот тут на самом деле дверь есть, но я думаю, что это бойлерная, тупиковая. Вот там машина стоит, охрана, скорее всего. Тут кое-какое оборудование осталось. Ну и все, больше тут смотреть не на что. Уходим. Уходим. Как и пришли.